Открытие акции под названием «Студенческий десант» состоялось на базе дежурной части областного полицейского главка. Студенты юридических факультетов правовой академии пройдут стажировку в различных службах и подразделениях региональной полиции. Генерал Шаев лично встретился с ребятами, ответил на их вопросы и рассказал, насколько ответственна работа полицейского. Я думаю, никто не будет спорить, что это одна из тяжелых, заслуженных профессий. Сотрудники ежедневно оказывают помощь людям в разных ситуациях, которые возникают в жизни того или иного человека. После встречи с начальником областного МВД студентов познакомили с работой дежурной части. В театре все начинается с вешалки, в полиции, в главном управлении внутренних дел, все начинается с дежурной части. Сюда стекается вся оперативная информация из территориальных органов внутренних дел и поступают звонки нижегородцев. Здесь сосредоточена оперативная группа, которая выезжает на особо тяжкие преступления. Также будущим юристам показали центр управления нарядами. Допустим, поступило нам сообщение на улице Комарова. Рыбке. Я отсюда, чтобы им нагляднее видно было. А рыбке сумки. Допустим, вот красный кружочек вы видите. Здесь произошло преступление. Здесь расположен комплекс цифровой связи, с помощью которого происходит передача данных. На больших экранах показана оперативная обстановка в городе. Можно увидеть, какой наряд и куда передвигается, и как выполняются поставленные задачи. Причем экипажи отображаются, даже находясь за пределами Нижнего Новгорода, например, во время командировок. Видите, до чего доходит техника. Посмотрим, как наша машина ездит по Нальчику. Студенты были под впечатлением от увиденного. Мне очень понравилось, как работает вот система оповещения дежурных. То есть сама дежурная часть очень хорошо, значит, построена. Акция «Студенческий десант» пройдет в регионе в период с 20 по 24 января.